Довольно быстро закончились отношения Анастасии Волочковой и Сергея Кузнецова. И если раньше Анастасия Волочкова с легкостью отпускала мужчин из своей жизни, то теперь она не скрывает страданий. По всей видимости, Анастасия сделала Сергею очень больно. Теперь мужчина даже не хочет слышать о балерине. Сергей признался, что не намерен прощать ее, даже если она извинится. О причинах разрыва отношений не хочу говорить. Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее и так всего хватает. Единственное, хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет, рассказал Сергей.